Друзья, всем привет! Сегодня здесь Артур, Арчуморис, Витя и Антоха. Здорово, пацаны. Сегодня я прицел, брат. Я нить за Витя, блядь, понятно там, блядь, все в комментах написали. Ну, сразу я охуею. Подписоту хочет забрать. В общем, друзья, сегодня мы будем делать, как казалось бы, обычное упражнение, называется 360. Мы будем прыгать 360 после каждого оборота кольца, то есть два раза необходимо прыгнуть за круг. Я думаю, что вы сейчас все поймете. И фишка в том, что кто не успеет прыгнуть, тот выбывает из круга. Какое время загадываешь? Кто из нас выиграет? Как думаешь? Я. Я понимаю, это вас там ВДВ так учили или что? Ну рассказывай, честно, по чесноку. Нет, это он мне предложил. Да? Да. Или ВДВ? Понятно, почему он предложил. Подготовка ВДВ, ребятишки, это на его поле опять. Я удивлен, почему он сальто не предложил. Подожди, я предложил. Да, предлагал сальто. Немножко облегчил, да? В общем, давайте начнем. Да, я предлагаю сделать раунды, типа двое, хотите, типа два вылетели? Давайте все вчетвером. Давай все четвером. Погнали. Нет, есть один нюанс. Андрей, давай последний. Только. Ну то, что мы переходим и начинаем. Есть один очень важный нюанс, понимаешь? Они одеты как чмошники. Не, вот это нормально одет, а вот это вообще как чмошник. Подожди, сейчас его ждет провал. Давай, я хочу это за. Может это снимать? Башкова плеча тебе. Ты, конечно, не ВДВш на тельнях, я тебя понимаю, конечно. Но это вот тебе, брат, вот это вот. Вот это? Да. А мне? Не, ну понятно, да? Ну все, по чесноку, как говорится, да. Да. Все по чесноку. Да, давай, большое. Держи. Типа ну тебе, да, тоже переоденься. Ну, то ты, блядь, их надел? Надел, блядь, ну шикарную ты шикарную майку. Честно. Да. Ну по чесноку надо. Ты хочешь, ребята, чтобы я не скрывал ни от кого? Да, ничего? Не надо скрывать, не надо ничего скрывать. Капюшон, пацаны, ничего. Будет мне мешать, поэтому я буду в этой пока. Ведь он не обидится. Вот. Химик! Я почему не ВДВ? Я не настолько сильно подготовился. Два, три и туда, вон она там мягкая. Ну, давай. О, короче, мы так всех кидаем, кроме победителя тогда. Да, во, да. Во, да. Во, вообще классно. Все, всем спасибо. По новой. Все, поехали. Все по новой, только объясните нормально, пожалуйста, на камеру. Так наоборот круто, брат, это обсуждение, это лайк. Не-не-не, давай, это наказание, никто не сказал. Давай быстро скажу, Андрюх. Наказание. Давай. Короче. Согласен? Наказание, да. Наказание, чуваки, тот, кто проиграет, берем одного и вышвыриваем. Каждого, кроме да. победителя. Кроме победителя, а все. Победитель не это. Вот. Ты смотри, разминаются, готовятся. Готовы? Получается после каждого, смотрите, смотри, еще раз. Мы здесь раз 360 сделали. Через круг стоит. 360 сделали. Давай каждый через эту стоит, через одну. Да, да. Все, давайте, всем удачи. Все, поехали. А, сейчас. 360 сделаем. Ваша, она же быстрее будет крутиться. Самое главное, чтобы не сила. Я каждый раз 360, чтобы оно начало. Твою мать. Блин, видите, нет, капец, смотри. Ну просто, короче, я не сдаюсь. Хочу проиграть! Ну, нафиг! Витя, а где 360? Какие 360? Успокойся! Как они тут упали? У меня башка закружилась! Есть минус! Второй минус! Не, я засмотрелся просто! Вообще похуй! Блин, я 360 делаю, ты чё? Витя, где 360? Сюда. Честно? Остались двое. Сука, нечестно, где 360? Ускоряй! Давай, бля! А это максимум! Так, море, давай, крутись! 360 делаем! Лютая херня. Жестко. Слишком быстро крутится. Это попал в кадр? Я не знаю. Просто? Какая-то жесть. Витюня, если 360. Какие 360, брат? Кто больше всего говорил, кстати, дольше всех практически продержался.
Блин. Бля, просто ниндзя Витя, блядь, он просто всем подсудил ребятишкам, знаете, только по одной причине. Ну, приехал парень в Москву, значит, он должен победить в любом случае. Покорять Москву, конечно. Покорять Москву. Просто все поддались, пацаны. Не, знаешь что, братан? Ну, еще 100% футболка зарешал. Плюс 15, бля. Короче, если вы не химичите, вы как бы не выиграете тут. Все написано, химик. А я считаю, что это нечестно было. Да ладно, ты просто проиграл и все. Ну да, блядь, так. Так, ну что, а кто первый-то вылетел у вас? Я! О, того я первого вылетел. И кидаем! Да, пойдем. Мы всех кидаем, кроме тебя. Блядь. Я первый раз ножом. По центру его. Подожди, стой. Тяжелый еще, зараза. Раз! Два! Три! Помойку! Кто на второй вылетел? Я. Витя. Ну, бля, я просто поддался, ребят. Ну, просто слишком долго прыгать, я уже устал. Да. А меня подымите? Просто устал от московской жизни. От московской жизни. Давай. И раз. Бля, стрёмно, бля. Два. И погнали, бросай! Ебать, я сложил его. Так, следующий. Само собой. Ты. Я? Да. Самый легкий, самый далеко полетел. Да, его нахуй вообще в ад. Да. Давай сейчас. Да сможешь добавить его в конце? Давай. И раз. И два. И три. Помой. Прям прикольно наблюдать. Прикольно. Прикольное место. Надо как самому. Давай, брат. Шестое чемпиона. Да. Целый челлендж отсюда вылазить. Ну что, бицухи мы накачали. Что там еще надо сказать в финале? Что ты, красавчик, молодец, победил. Да. Ну ты правда был, блядь. Потому что я химик. Не, ну это нет, понятно, блядь, это все, блядь, никто не говорит. Ребятишки, да, значит, да, оставляйте комментарии, значит, обязательно. А кто, значит, на каналы, ребят, обязательно. Да, самое главное, на канал Вити подписывайтесь, на остальных, может, не подписывайтесь. На Ахча самое главное не подписывайтесь, он вообще эстонец, блядь, не русский, понятно? Все, можете Дизофом нахуярить. Всем спасибо! Всем пока. Так, ну, не, ты не уходи еще, смотри, братик. Я знаю, что ты сейчас кушаешь вкусно, приятного тебе аппетита. Давай, лобик, подставляй. Муа! Все, люблю тебя. Начинается. Я думал, сейчас будет опять.